Привет, мой любимый зритель! Ты на канале Практик, смотришь меня, меня зовут Алексей. Сегодня у нас кулинарный раздел, снова повторяется. И приготовим мы картошку. Картошку приготовим в духовке. Вот так вот. Начинаем! Первым делом чистим картошку. Готово! Картошка почищена. Чистим лук. Готово! На дно кладу фольгу. Картошку режу кружочками, распределяю по дну. Лук режу кружочками, распределяю по картошке сверху. Кружочками нарезаем помидорки и кладем сверху, выше лука. Можно немного посолить, но очень-очень мало. Сверху укладываем курицу. Старайтесь уложить ее так, чтобы максимально накрыть нашу картошку. Кладется курица поверх помидор, не солим. Готовим соус для нашей картошки. Нам понадобится чеснок, приправа, майонез, соус и кетчуп. Можно вместо соуса взять горчицу. Все это смешиваем. Чеснокодавка, добавляем чеснок в наш соус. Чеснок мы добавили. Теперь нам надо добавить водички и размешать все это венчиком. Масса должна получиться полугустая, чтобы залить весь наш противень без остатка. Я проливаю все через поварешку. Как видите, у меня получилась такая полугустая. Хорошо ложится сверху и растекается. Первым делом проливаем всю курицу, чтобы курица у нас была вся в этом соусе. Так как в соусе вся соль, все приправы, то курица должна хорошо пропитаться. После того, как курица даст сок, этот сок будет в картошке вместе с приправами и всем прочим. Духовка на 190 градусов, обычный духовой режим. Картошка с курицей на месте, теперь закрываем духовку и ждем как минимум полчаса. Дальше по готовности. Наша картошка почти готова. Потрем сыр и добавим. Крошим сыр и еще раз жарим. Картошка с курицей готова. Наслаждаемся результатом.